Незваный гость. Правоохранители задержали серийного вора, который специализировался на проникновениях в элитное жилье. Действовал домушник на территории Запорожской и Днепропетровской области. И задержать его удалось как раз в соседнем регионе. По словам силовиков, действовал злоумышленник по одной и той же схеме. Приезжал в город ночью, искал район, где есть элитное жилье, выбирал объект и проникал в дом. Металлопластиковые окна вскрывал с помощью лезвия трубанка. Правоохранители утверждают, работал домушник всегда в перчатках и выносил материальные ценности небольшого размера. Золотые украшения, фотоаппараты, банковские карточки, с которых сразу в банкоматах снимал деньги. Таким образом, 31-летний житель Днепропетровска успел наведаться в 5 запорожских домов в разных районах города. Задержать его удалось как раз в соседнем регионе. В данное время досудебное расследование по уголовному производству продолжается. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Во время обыска квартиры подозреваемого правоохранители нашли большое количество похищенного. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.